Друзья, всех категорически приветствую, добро пожаловать на мой канал. И сегодня играем в мой любимый Tower Battles в Роблоксе. Играем вместе с подписчиками, вместе с моими подписонами. Всем привет, всех рад видеть. И так, нет, давайте мы сейчас глянем. Сначала мы поставим, как обычно, ферму и джипов. Потому что вдруг все фармить начнут. Короче, я хотел поздороваться со всеми, я с вами поздоровался. Так, давайте апнем нашу ферму. 250, ну, где двоечка, где еще двоечка? А, где двоечка еще есть? Двоечка накопилась, есть. Так, и апаем джипарика. Надо джипарика апнуть, чтобы у него было не, пол, не 25 жизней, а 60. Тогда будет прикольненько. О, наемничек. О, наемник стоит, новый юнит. Прикольно, с калашом. Чувачок с калашом. Давайте глянем, что там у соседей творится. А у соседей что творится? У них есть с дробашом чувак. Еще один с дробашом чувак. Тоже есть фермы. Раз ферма, два ферма, да? Да, две фермы и джипари. Джипарики, патрули. Тоже. Это прикольно. А кем я буду играть? Я, наверное, буду играть зедом. Поставлю 5 зедов, а в середине поставлю командиром. Потому что зед спавнится каждые 45 секунд. А зед их усиливает на 20%. И, по-моему, они будут спавниться где-то примерно каждые 35-38 секунд примерно. Примерно как-то так. Так, давайте апнем джипарика. Сделаем ему бамперецкий. Все, теперь джип у нас с бампером едет. Нет, это не наш. Где наш джип? Это он потому что выехал. Уже первого уровня. Следующий поедет тогда с бампером уже. Потому что если он уже выехал, если он не апнутый, тогда он и будет не апнутым ехать. Следующий выйдет уже апнутый. Так, ну что у нас? Наемник нормально справляется. Так, сколько у нас ферм вообще? Три фермы, что ли, получается пока? Мои две и еще одна, да? Получается как-то так. Мне нужно 5800 накопить на зеда. Это очень-очень много. И, наверное, я поставлю 3, либо... Нет, наверное, я поставлю 5 ферм, потому что зеды очень дорогие. Я, кстати, никак не могу его проапать на 5 уровень. Постоянно вылетает почему-то с зедами на 30 волне. Вот сейчас посмотрим. Мне кажется, если играешь с зедами и 3 на 3, то постоянно случается баг на 30-й, по-моему, на 31-й волне, и мобы перестают спавниться, и просто приходится выходить из игры, потому что все, гейм ова. И никак и не, разработчики не могут поправить этот баг почему-то. Он уже идет, уже есть довольно-таки давно. Ладно, давайте пока просто пофармим. Че стоишь, помоги, дай руку, я застрял. Я застрял все от того, что кто-то слишком много ест. Эй, как отсюда вылезти-то? Ой, подстава. Дай лапу. А, жесть. Хотел глянуть, что там у соседей творится, и застрял, провалился в эту штуку. Ой, что там, глянем. Вот туда лучше не наступать. Так, что там у соседей? Ой, мамочки, я же хотел апнуть ферму. Фермятскую нужно проапать, успеть. Так. Давайте, раз. И еще на одну не хватает. Так, у нас 12-я волна, между прочим. И сейчас пойдут уже боссы. Ну, на первый босс-то на 8-й волне идет. Сейчас вот, кстати, по-моему, на 14-й будет жесть. На 14-й пойдут сразу там 3 или 4, по-моему, босса. О, у нас, между прочим, уже есть Рилганер. Рилганил, это прикольно. Так, давайте апнем еще ферму. Пока вроде у нас все нормуль. До тысячи. Так, 3 фермы есть. Давайте поставим 4-ю ферму. Апнем ее и глянем, что у соседей. Я так к соседям-то и не сбегал. Все там у нас нормуль, пока все справляется. Нахлобучиваю. Так, что у них? У них, короче, в команде синеньких у нас джипари, фермы и джипари. И дробовичок. О, и миниганчик есть. Миниганчик — это хорошо. Все, пускай нахлобучивают, короче. Так. Я, наверное, пойду еще ферму возьму. Сколько у меня? Я думал, 5 штук. Да, у меня в планах поставить 5 ферм.
и потом уже копить на Зеда. Будем, наверное, как-то так играть. Давайте поставим... Нет, вот эту ферму лейку купим, без леечки вообще никак. И поставим... Нет, не джипарика, мы поставим ферму еще одну. Бенчик, все, 5 ферм мне хватит. 5 ферм, я считаю, золотая середина. Так, у меня 4 штуки третьего уровня и 1 второго. Нужно срочно на лейку накопить. Так, вот сейчас после... на 16 волне, по-моему, пойдут... Или на... после 14 или на 16 пойдут боссы. Первого уровня, их там что-то пачка будет. 4 или 5. Ну, где? Давайте, вылазьте, товарищи, вылазьте. Вылазьте, товарищи. Все готово. И апаем ферму. Раз. А, 700, конечно, не хватает. Ладно. У меня, короче, 2 джипаря второго уровня. Я их не буду апать. Че ты не апаешь джипов? Ну, танк с 600 жизнями. И стоит он где-то около 7800, по-моему, чтобы апнуть на 5 уровень. И в конце они уже не тащут. Я буду, конечно же, копить на Зеда. Потом я эти джипы вообще продам. И поставлю центр командира нашего. И оказывается, я раньше не знал, что командир апает не только своих, но и чужих. Как бы соседских наших тоже юнитов. Это прикольно. Поэтому нужно будет посмотреть, куда их поставить. Возможно, я вот сюда поставлю Зедов. Чтобы как-то вот этих чуваков тоже нам... заапать. Либо вот сюда. Нет, вот сюда, наверное, не буду ставить, потому что здесь это тоже место хорошее. Здесь пускай по обычные юниты. Я, наверное, вот сюда куда-то поставлю командира. И вот так вот вокруг поставлю, если влезут зеды. Ладно, мы посмотрим еще, как это лучше сделать. За 1000 раз апаем. И за 1002 апаем. Сейчас на 16 волне попрут. Надо уже быть внимательным. Надо будет тоже помогать. У нас 2... наемника, один реоганнер и мои джипари, да? Да, и куча ферм. Здесь 4 штуки и 5. 9 штук и у меня 5. 14 штук, 14 ферм. Нормально мы нафармим сейчас. Так, а давайте мы апнем-то. Чё мы ждем? Раз и два. Все. Так, пока все нормуль, пока все в ажуре. 17-я волна у нас идет. Давайте глянем, что у соседей. У соседей миниганчика уже 2 штука. 2 командоса у них. Все, уже босс пошел. Босс второго уровня. 1000, по-моему, 600 или 1800. 1600 у него жизни, да? У этих по 180. А вот, да, 1600 жизней. Ну, мы его сейчас быстро забодаем. У нас есть рельса и есть 2 наемника. И 2 моих джипарика. Но... Нет, ну мы его не совсем быстро забодаем. Но он не пройдет. Ты здесь не пройдешь. Ладно, давайте фармить дальше. Так, друзья. Короче, я пропал все свои фермы. 5 ферм. 5 уровнями, и теперь можно уже втыкать Зедом. Зед у нас один есть уже. Это хорошо. Я хотел их вот здесь располагать, но теперь думаю расположить вот здесь, для того, чтобы как бы командира поставить. Давайте мы, кстати, его сейчас и воткнем. Воткнем его, наверное... Нет, поставим, смотрите как. Давайте мы поставим Зеда вот с этой стороны, вот так, самый-самый уголок, чтобы никто не уволок. Опа, есть. И теперь поставим командира уже. Вот сюда, в самый уголок. Есть, пускай он их теперь апает. Они будут выезжать гораздо чаще. Я решил, буду апать одного Зеда. Хочу накопить 56 тысяч, попробовать. Надеюсь, что бага здесь не будет на 30 волне. Буду апать чисто только одного Зеда. Для того, чтобы глянуть его. Я никак не могу его затестить. Постоянно то баг, то вылетит, то дисконнект, то еще что-нибудь. И на 5 уровень никогда я еще не тестил Зеда. Давайте будем апать чисто только одного. Так, у него какого уровня, кстати, он Зед? Тоже такого же, видимо, как у меня. Потому что вот у них такие появляются ребристые штучки на гусеницах. Вот оно. Гусеницы были гладкие, стали вот такие, как металлические. Под металл.
Ладно, нам нужно куча денег. Нам нужно накопить сейчас 14 тысяч. На 14200 на ап на 4 уровень. И потом, ой, в районе там 50 тысяч, по-моему, 56 что ли, или 46 нужно накопить, чтобы апнуть на 5 уровень. Это, конечно, самый дорогой юнит здесь. Вот я поставил командира, теперь они будут спауниться быстрее на 20%. Это на 9 секунд, каждые 36 секунд, вроде, если я правильно посчитал, он должен выезжать каждые 36 секунд. Наш Z. Еще мы захватываем джипарика. Да, да, джипарика захватываем и захватываем еще одного Зеда. Потом, конечно, если я проапаю его до 5 уровня, я поставлю здесь еще других юнитов. Ну вот какой-то такой у меня план. Ну-ка. Ой, а что мы вдвоем точно остались? Ха-ха. О, один ливнул, мы, короче, будем вдвоем. Точно. Это печально. Так, у них куча миниганеров, фазер. Ого, уже танки апнуты на 3 уровень. О, мама не горюй. Короче, нам хана. Нам хана, наверное. Ну, не знаю, ладно. Главное фан получить. Не так уж это и обидно подписчикам проиграть. Так, давайте апнем фазера. Вот, по фазера. Зеда. На 4 уровень. Бенчик. Вот, появились еще, короче, коробки какие-то. Теперь он будет ездить, стрелять. Еще у него пушки там есть. Еще и пушками он нахлобучивает. Мало того, что у него тут 4-стволка его. Ладно, у нас есть фазеры. У нас есть риоганеры. Будем держаться до последнего. Так, у нас идут уже боссы. Второго уровня по 1600. И эти шустряки. Лайтники. Потом у нас идут эти горящие. Лава, по-моему, или как они, лава. Лава зомби, да, да, точно, лава, вспомнил. Ну что, сколько у нас ферм? У меня 5 ферм апнутых на 5 уровень. И здесь было, по-моему, 9 штук. Ничего не изменилось же, да? Да, осталось 9 штук. 3 из них на 5 уровень, остальные 4 пока. Давайте, ребята, догоняйте. Давайте, давайте, догоняйте. Так, здесь у них тоже ферм уже куча апнутых. Да, ферм тоже куча апнутых. И танки, 3 танка. Вау, уже эти. А, нет, я думал, что это... Ха, прикольно, кстати, он выглядит. Апнутые они. С пистолетом-то. Ладно. Так, а сколько же мне надо? Я хотел посмотреть, сколько стоит апнуть нашего Зеда. Зедика на 5 уровень. На 5 уровень Зед 56 тысяч, да. Я говорю, либо 50, либо... 56, либо 46. Оказалось, 56. Это очень много. Ну, у нас есть 5 ферм, они приносят по 7500. 7500 это немало. Так, это у нас идут уже невидимые боссы. Кстати, как я выяснил, оказывается, Рио Ганнер не видит невидимых боссов. Даже на 5 уровень, когда они апнуты, они все равно не видят боссов невидимых. И это очень печально. Ну чё, только не... Пожалуйста, Роблокс, не болей. Роблокс, не болей. У нас уже 29-я волна идет. Так, 35 тысяч. Мне еще осталось 20 тысяч, чтобы апнуть. Чтобы апнуть фазера. Ну, какого фазера? Почему я его всегда фазер называю? Зеда. Ну что, будем ждать. Копить денежку. Ну что, друзья, 59 тысяч у меня. Давайте апнем Зеда все-таки на 5 уровень. Хлобыська, бенч, о, нифига себе, они такие... Какой-то неоновый свет на нем появился. Ну-ка, давайте хоть глянем, как он выглядит. Вау, у него появилось 2 шестистволки, и он внутри там сидит. В такой будке, как у подъемного крана. Ха-ха, в клетке. Прикольно, красавчик. Вот он, красавчик. И боссов уничтожил. И жизни у него... Сколько жизни-то у него было? Я даже не успел посмотреть. Должно быть в районе, по-моему, 8000. Если я не ошибаюсь. Блин, еще эти невидимые идут. Вау-вау-вау-вау-вау. Так, ладно, что мы стоим? Давайте-ка мы поставим сюда еще Зеда. Рядышком вокруг. Вокруг командира нашего будем ставить.
И апнем. Нет, не апнем. 3600. Пока не хватает. Вау. Вот он апнутый-то у нас. Я думал, это тот апнутый. Ха-ха. Этого, оказывается, ехал 4 уровня. Вот он 5 уровня. Обалдеть. Какой-то он черный. У него посередине 9-стволка какая-то. И две ракетницы. Обалдеть. Офигенский просто выглядит. Черный. Черный красавчик, просто черный красавчик. Вау. Не, мне нравится. 5 уровня Z, конечно, выглядит просто бомбически. Так, давайте апнем. Раз, два и три. О, на 4 уровень опять. Где у нас Z? Вот он, красавец, едет. Вон они, Z. Да. 8600 жизней у него. 8600, офигеть. Ну-ка, давай нахлобучивай, товарищ. Ну-ка, какой у него обзор? Кстати, нормальный обзор. Пол карты закрывает он. Боссы просто тают. Опа, и жизни у него 6000 осталось. Он воткнулся в двух боссов там. У него еще остались жизни. Не, выглядит он, конечно, просто офигенски. Выглядит он бомбически. Так, 25000. Давайте глянем, что там у нас вообще у соседей происходит. У нас, кстати, 33-я волна. 33-я волна — это огонь. Так. У них, короче, куча командос, миниганчиков. У них уже 5 танков джипарей прапнутых. Они, короче, в основном будут танками играть. И миниганчиками. Ну и файзер у них есть. Файзер — это тоже прикольно. Но, кстати, у нас, смотрите, опять стало 3 человека, было по 2, у нас же 2 было, 2 против 3 играли, теперь мы все равно опять играем втроем, ха, прикольно. Так, я, кстати, почти накопил на еще на одного Зеда 5 уровня, мне осталось всего 7000, ну 8, грубо говоря, 7 с копейками. Так, рельца стоит, рельца, кстати, тоже прапнутая уже на 5 уровень. 15 тысяч она стоит, по-моему. Да, Риоганер ап на 5 уровень стоит 15 тысяч. Так, 33-я волна идет, мамули караули. Так, давайте апнем еще одного Зеда. Бенчик, второй Зед. Два Зеда 5 левела. Ой, блин, мамочки, вот эти невидимые меня что-то напрягают, их что-то большая куча здесь идет. Воу, давайте поставим еще Зеда. И апнем его раз, и апнем два. Все, до 3 левела хватило денег его прапать. Вон они, красавцы наши, выезжают. Такой мелкий по сравнению с Зедом 5 уровня. Всех передавили. Он даже не стреляет. Он просто... А что там мы так быстро затащили? А что там случилось-то? Я даже не увидел, что там произошло. Хотел глянуть там, что у них. Самое главное то, что я затестил Зеда на 5 ап, на 5 уровень. Блин, он выглядит просто бомбически, просто офигенски. Все, друзья, спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.